В Белгороде продолжают проверять качество проводимого капитального ремонта в многоквартирных домах. Результаты работ оценивает специальная комиссия. Сегодня посетили дом номер 58 на улице Мичурина. На месте побывала и наша съемочная группа. Татьяна Красикова расскажет подробнее. Дом по улице Мичурина, 58, теперь встречает своих жильцов ярким фасадом. За 2 месяца работ его утеплили и отремонтировали. Также к дому сделали новую отмостку. Внутри здания заменили электропроводку, вставили пластиковые окна в подъездах, полностью обновили элеваторный узел. Особое внимание уделили кровле, поскольку крыша капитально не ремонтировалась уже больше 50 лет. Кровля уже была в нехорошем состоянии. То есть шифер мы уже брали, он уже разваливался в руках. Полностью меняли стропила, обрешетка, шифер, делалась пароизоляция. На все виды работ было потрачено почти 10 миллионов рублей. Однако капремонт этого дома выполнен пока на 80%. Еще предстоят некоторые преобразования. На очереди стоят работы по замене инженерных сетей. Дом 62-го года выпуска, сети полностью износились, коммуникация, это канализация, водопровод. Я думаю, что до 1 октября люди будут с заменой инженерных сетей. Полностью. В составе комиссии по контролю качества выполненных работ представители регионального оператора, департамента городского хозяйства, стройнадзора. Общественный контроль осуществляют единороссы. Мы здесь присутствуем как представители общественной организации, политической партии и больше осуществляем не контроль в качестве членов комиссии, а общественный контроль за выполнением работ, поскольку здесь проживают жители города, они являются нашими избирателями, и мы пытаемся учесть все их интересы максимально. По итогам проверки комиссия дала положительную оценку качеству ремонта. То, что касается выполнения работ, в данном случае мы принимали фасад и кровлю. Замечаний к подрядной организации к выполнению работ нет. Документацию просмотрели, существуют определенные замечания, которые нужно устранить. То есть подрядчик устраняет, довозит нам документацию и в соответствии подписываем акты выполненных работ. Всего в этом году капитальный ремонт ведут в 32 многоквартирных домах. Подобную проверку пройдет каждый объект. Татьяна Красикова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.